столице Верхней Волжи продолжается ремонт дорог и тротуаров в рамках нацпроекта «Безопасные качественные автомобильные дороги» и регионального закона о статусе города воинской славы. Так, на ряде объектов уже завершены работы по ремонту тротуаров. Это Комсомольский проспект, Садовая улица и Артиллерийский переулок. На улице 2 Грибоедова уложено верхнее покрытие. Ведется устройство тактильных наземных указателей. На Смоленском переулке, Волоколамском и Тверском проспектах на финальной стадии укладка брусчатки. Завершается устройство песчаного и щебеночного оснований на зеленом проезде улицах Маршала Конева, Односторонней и Можайского.